Здравствуйте, вы смотрите ГРФ видеоверсии. О главных событиях уходящей недели вы узнаете прямо сейчас. Вечером 6 марта вблизи дома по улице Молодежной, 15 в Гае, произошло ДТП с трагическими последствиями. Автомобиль «Лада Приора» съехал в кювет, а затем опрокинулся. От полученных в результате аварии травм 22-летний гайчанин, находившийся за рулем отечественного авто, погиб на месте. Правоохранители полагают, что водитель не справился с управлением и допустил съезд на обочину. По факту смертельной аварии проводится проверка, сообщили в региональном ОМВД. На Орском шоссе возле бывшего завода «Игрушки» произошло ДТП. Участниками происшествия стали автомобиль «Шевролет» и «Иж Фабуло». По предварительной информации, уходя от столкновения, один из автомобилистов врезался в здание, в результате чего сработали подушки безопасности. Автомобиль получил сильные механические повреждения. Водитель доставлен в больницу. Житель города Гая обратился в суд с иском к ООО «Домоуправление 5» о взыскании компенсации морального вреда в связи с повреждением здоровья. Истец указал, что при выходе из подъезда своего дома он поскользнулся на имеющейся наледи, упал и сломал ногу. Из-за полученной травмы он перенес сложную операцию. По результатам рассмотрения дела установлено, что в причинении вреда здоровью гражданина виновна управляющая компания, которая ненадлежащим образом исполняла обязанности по содержанию придомовой территории. С учетом принципа разумности и справедливости суд взыскал в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей. Данное решение обжаловалось ответчиком, но оставлено судом апелляционной инстанции без изменений. Указом президента Российской Федерации от 2 марта 2018 года судья Гайского городского суда Мария Байжанова назначена судьей Центрального районного суда города Оренбурга. Мария Жакуповна родилась в 1977 году. В 2004 она окончила Оренбургский институт МГЮА по специальности юриспруденция. Профессиональную деятельность в судебной системе начала в 2001 году. С 2014 трудилась в должности судьи Гайского городского суда, имеет 6-й квалификационный класс. Сотрудники домоуправления номер 6 города Гая начали подготовку к сезону обвала сосулек и снежных образований с крыш жилых домов. Как пояснил работник компании, мероприятие является профилактическим и связано с ожиданием оттепели. Дабы обезопасить жизнь граждан, в первую очередь ведется очистка кровли от снежных образований, находящихся над входами в подъезды домов. Стоит отметить, что снег и сосульки, находящиеся над балконами жильцов, должны быть ликвидированы непосредственно собственниками жилых помещений. К территории обслуживания домоуправляющих компании они не относятся. В Гае на базе спортивной школы номер 1 10 и 11 марта будут проводиться квалификационные соревнования по лыжным гонкам. К участию в соревнованиях допускаются учащиеся, занимающиеся в спортивной школе номер 1 отделение лыжные гонки, учащиеся, занимающиеся в других школьных секциях по лыжным гонкам и все желающие лыжники города, не имеющие медицинских противопоказаний. Участники, занявшие первые и третьи места по возрастным группам, награждаются дипломами и денежными призами. Сбор и регистрация участников на лыжной базе по адресу улица Молодежная, 61, второй этаж, с 11 до 11.30. Старт гонок в 12 часов. В минувшие выходные в ООО «Сок здоровья» стартовали соревнования по волейболу в рамках спартакиады ПАО «Гайский ГОК». На поле уже встретились команды управления и РМЗ. Игра закончилась со счетом 2-0. Соревнования только набирают свои обороты. За актуальной информацией вы можете следить на портале gai.rf. В Гайском ЦДТ «Радуга» состоялась церемония награждения участников спартакиады среди работников образовательных учреждений по Гайскому городскому округу. Со сцены педагогов поздравили их коллеги и первые лица округа. Концертные номера были исполнены сотрудниками детских садов и школ города. Уважаемые педагоги, дорогие учителя! От руководства администрации Гайского городского округа и от себя лично, от всей души поздравляю вас с окончанием муниципального этапа спартакиады учителей, с вашими наградами. Мы
гордимся, что вы у нас есть. Такие умные, активные, позитивные, спортивные педагоги. И дети, конечно же, с вас берут пример и растут такими же. Желаю вам дальнейших спортивных успехов. Успехов во всей сфере вашей деятельности. Счастья, здоровья. Надеемся, что региональных, всероссийских, международных соревнований обязательно будут гайские лица и гайские фамилии. Спасибо вам. Учителя были отмечены почетными грамотами и медалями в личных и командных зачетах. Антон Скороход, Андрей Корчагин, служба информации, телерадио, компания «Евразия». В Гае состоялся веселый турнир для работниц гайского ГОКа, в котором приняли участие 6 команд. Каждая сборная придумала себе название и девиз. Программа мероприятия включала в себя несколько веселых конкурсов. Перетяжки, эстафета с броском мяча в баскетбольную корзину, дартс, прыжки через гигантскую скакалку всей командной одновременно. В общем, сноровка, быстрота и меткость пригодились как никогда. Наиболее успешно прошла все спортивно-развлекательные дистанции команда «Верные друзья». На втором месте «Комета», третью ступень пьедестала заняла команда «Обана». Букеты хризантем, подаренные всем участницам во время награждения, напомнили, что близится женский праздник 8 марта. В ЦДТ «Радуга» состоялся муниципальный конкурс «Лучшая многодетная семья-2018». В борьбу за победу в конкурсе вступили 3 семьи – Чулковы, Арслановы и Хсановы. Мероприятие включало в себя много конкурсов, 2 из которых – портфолио и родословная. Они были заочными. Кулинарный поединок «Традиционные кухни Оренбургского края» не оставил равнодушными, наверное, ни одного зрителя конкурса. Ведь отведать блюда, приготовленными семьями, могли не только члены жюри, но и все желающие. Столы каждой из семей поражали многообразием предоставленных украшений, а их вкусовые качества были выше всяких похвал. В конкурсе для родителей «Семейный совет» взрослые представители семей искали педагогические пути решения выхода из той или иной ситуации, связанной с воспитанием детей. Творческий конкурс «Чудо-костюм» потребовал от членов семей проявить смекалку, находчивость и оригинальность. Здесь требовалось соорудить костюм для ребенка из материалов, предложенных организаторами – цветной и гофрированной бумаги, фольги, полиэтиленовых пакетов. Суммировав же баллы, полученные семьями за все конкурсы, жюри определило победителей. Церемонию награждения провела Ильина Марина Юрьевна. Она поблагодарила семьи за участие в конкурсе. Победу в конкурсе «Лучшая многодетная семья-2018» одержала семья Арслановых. Именно они будут представлять Гайский городской округ на областном конкурсе многодетных семей. У нас выявился замечательный победитель – семья Арслановых. Мы очень рады за все наши семьи и хотим сказать, что эта семья будет представлять Гайский городской округ на областном этапе конкурса «Лучшая многодетная семья-2018». Готовились месяц всей семьей, да. Терпели все, добились победы. Ура! Репетировали день и ночь. Да. И дома занимались, и ночью, в смысле, как старались, и сюда приходили, втихаря занимались. У нас хорошие дети, нам очень повезло, что у нас такие дети. Да. Поздравляем вас. Да. Спасибо большое. Каждая семья была награждена дипломами конкурса и ценными призами. Мамам вручили цветы, а детям игрушки, пазлы и наборы для творчества. На протяжении всего конкурса зрительный зал активно поддерживал семьи. А в перерывах между конкурсами на сцене выступали юные артисты с вокальными и танцевальными номерами. Поздравляем замечательную семью Арслановых, желаем победы в областном конкурсе. Александр Тюрганов, Андрей Корчагин, служба информации телерадиокомпании «Евразия». В Гайском ЦДТ «Радуга» состоялся концерт и выставка, приуроченные к празднованию Международного женского дня 8 марта. В фойе гостей встречала детская выставка «Поделок. Мир детства» совместно с выставкой декоративно-прикладного искусства мастеров Гая. Главной темой, конечно же, стали прекрасные дамы. В концерте приняли участие всеми любимые творческие коллективы «Радуги», а также юные артисты. Со сцены дорогих женщин поздравляли первые лица округа. Хочется сказать очень много слов таких, но вот если сказать коротко, то в этот день хотелось вам пожелать, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы рядышком с вами всегда было мужское плечо, на которое вы могли опереться. Здоровья, счастья, успехов, благополучия, чтобы ваши дети вас радовали, а мы вам говорим за то, что вы делаете. Огромное спасибо, хорошего настроения, семейного благополучия. С праздником! Радоваться вместе с тобой. Я не разучусь, если только
Также на мероприятии чествовали победители регионального этапа конкурса «Семья года». Все победители номинаций были отмечены дипломами, подарками и цветами. Теперь они отправятся на областной этап конкурса «Семья года». Антон Скороход, Андрей Корчагин, служба информации телерадио компании «Евразия». В преддверии Международного женского дня сотрудники отделения ГИБДД, отделения МВД России по Гайскому городскому округу поздравили женщин-водителей. На центральной улице города старший лейтенант полиции Алексей Малышев вручал им букеты цветов, а также призывал всегда соблюдать ПДД и быть предельно внимательными на дороге. Отметим, что акция в честь праздника 8 марта проходит на дорогах Гая ежегодно и всегда вызывает массу приятных эмоций у автоледи. Людмила Фролова, Андрей Корчагин, служба информации телерадиокомпании «Евразия». Съемочная группа портала Гай.рф поздравляет прекрасную половину нашего города с замечательным праздником 8 марта. К нашим поздравлениям присоединились и гайчане. Дорогие женщины, поздравляем вас с 8 марта, желаем вам успехов, побольше любви, ну и, конечно же, здоровья. Дочку хочу поздравить, мать, здоровья им, счастья. Вика, я тебя поздравляю с 8 марта, желаю тебе там оценок хороших, там здоровья. Поздравляю свою маму, желаю ей счастья, любви, здоровья и зарплаты, чтобы прибавили. Уважаемые дамы, желаю вам здоровья, счастья, здоровых детей, здоровое потомство, чтобы все в вашей семье, все родня была здоровы, успешной и жизнерадостной. С праздником вас, дорогие дамы! Еще больше интересных новостей вы можете узнать на сайте гай.рф, ищите нас в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм, подписывайтесь на наш паблик-чат Viber по номеру 8903-391-0100. Всего доброго, до новых встреч!